все. Пугает Тимур. Будет вам. Вот сегодня уйдут военные. И опять все пойдет на старое. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная, добрая женщина. Я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная. Конечно, я умный человек, мне очень многих, но счастье не в этом. Сейчас уходим. Мне пора. Ольга Сергеевна, я желаю вам всего-всего-всего. Пора. Где же Маша, Мария Сергеевна? Она где-то в саду. Я пойду поищу ее. Я тоже пойду поищу ее. Будьте добры, я тороплюсь. Пора прощаться. Привыкли к вам. Увидимся ли мы когда-нибудь еще? Должно быть, нет. В городе завтра не будет ни одного военного. Все станет воспоминанием. И, конечно, для нас наступит новая жизнь. А что же ты, Маша, не идет? Что же вам сказать на прощание? О чем бы пофилософствовали? Жизнь тяжела. Порой она кажется нам глухой и безнадежной. Но все же надо сознаться, становится яснее и легче. И недалеко то время, когда она станет совсем ясной. Ах, пора мне, пора! Тороплюсь, побыстрее бы! Маша, я пришел проститься. Прощай. Пиши мне, не забывай. Все, пора. Пора. Ольга Сергеевна, заберите ее. Пора. Хорошая моя Маша, добрая моя Маша, ты моя жена. Я не делаю тебе ни одного упрека. Будем жить по-старому. Я тебе ни одного слова, ни намека. Наш дорогой Кулагин Федор Ильич, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные. Это понятно. Наш город опустеет теперь. Милая, я скоро вернусь. Куда ты? Мне кажется, если я и умру, то буду участвовать в жизни, так или иначе. Прощай, милая. Я с тобой пойду. Нет, нет. Сегодня на дуэли убит барон.
Я знала! Я знала! Значит, завтра я уже одна тут? Прежде всего, велю срубить эту еловую аллею. Затем вот этот клен. Он такой страшный, некрасивый. Милая, зачем тебе этот пояс? Он тебе не к лицу. Это безвкусица. А затем я велю понасажать здесь цветочков, цветочков. И будет запах, запах. Нашу жизнь снова. Надо жить. Придет время, и все поймут, зачем все это было. Для чего эти страдания? И никаких не будет тайн. А пока надо жить. Надо работать. Завтра я поеду одна. Буду учить в школе. И всю свою жизнь я отдам тем, кому она, быть может, еще нужна. Теперь осень. Скоро придет зима, засыплет снег. А я буду работать. О, Боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса. И сколько нас было, но наш опыт, наши страдания останутся для тех, кто будет жить после нас. Наступит счастье и мир, и помянут добрым словом, и благословят тех, кто будет жить теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена.